Всем здравствуйте, всем добрый день. Сегодня у нас с вами тема обещанная, мы ее заранее вам объявляли. Это сочетание оттенков новой коллекции гель-лаков Lost in Time. Напишите плюсики, у кого уже есть эта коллекция в наличии. Lost in Time — это осень-зима 2022-2023. И новые пластины. Смотрите, я последние два дня говорила о том, что пластины будут на сайте на emishop.ru со вчерашнего числа, с 20-го. Но вроде как я ошиблась, что ли, что на сайте они еще не появились, и будут они с завтрашнего дня. В общем, до конца недели пластины на emishop точно будут. В живых магазинах у дистрибьюторов уже у многих есть в наличии. Вот я сегодня в Инстаграм вела эфир, и девочки писали, что вот есть и в Иваново уже есть, и в Волгограде. В Ростове в живом магазине тоже есть. В Москве, я уверена, уже есть. Вот, я не знаю, по какой причине на Emishop сейчас нету. Я была уверена, что они там есть. Но, возможно, сегодня появятся, может быть, завтра. Вот. И я сейчас показываю кратко, как выглядят пластины новые. Смотрите, вот это в стиле граффити. И сюда, если обратили внимание, мы добавили популярные принты с прошлой осени зимы слайдеров. Это были вот такие Микки Маусы, вот такие граффити, вот такой кусок граффити, вот такой был. И добавили много новых вариантов, и все через шрифт, текст, газету. И отдельно, и вот такие романтичные варианты, и психоделические, и классика, шрифты в стиле газеты, и даже вот такой вот вариант абстракции. Здесь Микки Маус, а здесь вот такой вот one line art стиль. Это первая пластина, вторая пластина выглядит в стиле 60-х, 70-х принты. Вот он, раз, принт, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше два классических животных принта. Это классический леопард и классическая зебра. Психоделических два, раз и два. Три абстракции, вот такая простая совсем абстракция. Вот это в стиле Малевича. Господи, что у меня с головой? Я вылетела из головы. Короче, супрематизм. Вот, Малевича, супрематизм. Абстракция в стиле супрематизм. Смотрите, какие классные рваные колготки. И классический принт питон и рептилия. Вот. Можно сказать, прям вот такая базовая. Это то, чем вы будете пользоваться в течение многих лет. И здесь, что касается графики, то же самое. Вот, потому что периодически оно то входит, то выходит. Стоимость пластин 590 рублей. В наличии у дистрибьюторов уже у всех практически есть. Сегодня я буду работать третьей пластиной. Я ею работаю уже вторую неделю, не могу с ней расстаться. Потому что я обожаю брендовый маникюр. Как всегда, мы постарались не перекликаться с настоящими брендами, чтобы не нарушать ничьих авторских прав. Поэтому мы только вдохновляемся брендами, но ничего у них не берем. Поэтому это а-ля Gucci, а-ля Louis Vuitton, а-ля Dior, а-ля Chanel, а-ля Versace. Посмотрите, сколько всего. Я очень ждала, когда выйдет пластина с трафаретом для Диора стяжки. Просто для стяжки. Вот такую гусиную лапку ждала. Маленькую ждала, потому что у нас предыдущие паттерны, она чуть крупнее. Мне нужна была мелкая, я вот сделала мелкую. Вот. Сегодня мы с вами работаем вот с этим принтом Gucci. Я в Инстаграм сделала вот такой вариант. Здесь с вами ВКонтакте мы сделаем немножко другой. Смотрите, как здорово смотрится с мухами. Я вчера, когда села делать Gucci, очень сильно расстроилась, потому что у меня не оказалось здесь на Кипре, а я сейчас на Кипре, у меня не оказалось мух и у меня не оказалось ремней. Ну, ремни — это как вообще само собой обязательно. Это здорово, когда делаются какие-либо принты с намеком на какой-то бренд.
вот какие-то брендовые маникюры, вот всегда просятся вот какие-то ремешки. Я их забыла, очень расстроилась. Я обнаружила, что я насекомые не взяла. Тоже вот сейчас для Гуччи идеально бы вот эти мухи подошли. Поэтому, если есть возможность, обязательно закажите насекомые, обязательно закажите ремни. Но я вышла из положения. Смотрите, вот этот слайдер «Живая природа», номер 94, это из последней коллекции. Смотрите, как классно смотрится с принтами. Ну, просто я, не знаю, в полном восторге. Оказывается, даже очень прикольно. Вот особенно вот эта желтая муха. Вот. И цвета. Как удачно подошли цвета. Давайте сейчас кратко покажу цвета коллекции. Так, где моя выкраска? Сейчас, одну секундочку. Господи, выкраску штука, что показывала людям. Куда я ее делаю? Сейчас, минутку. Так. Сейчас не убегайте, я быстро выкраску найду. Куда это я ее припрятала? Вот такое бывает, вот смотришь и не видишь. Короче, что-то у меня сегодня. Ладно. Не буду показывать вам выкраску, вы ее все... А, вот она нашла. Видите, только я отпустила ситуацию и сказала, ладно, не буду показывать, она раз и нашлась. Три новых пластины. Еще выйдут скоро новогодние пластины, ближе к концу октября. Я, когда мне задачу поставили сделать стемпинг и новая коллекция, мне же хотелось брендовый маникюр. Я такая думаю, блин, что здесь из брендового маникюра? Я вот все на этот цвет смотрю, он же у меня самый любимый сейчас, понимаете? И, кстати, вот, чтобы вы не говорили, что это очень странный цвет для ногтей, девочки, сейчас этим цветом покрывают многие клиенты. Вот первый цвет у многих мастеров, клиенты из этой коллекции, как ни удивительно, пользуются популярностью номер 392. Им покрывают самым первым. Да, и для Гуччи очень классно подошел 392. К нему 388, причем 388 мы наносим тонким слоем, и он тогда с такой краснинкой ложится. Потому что его, если в два слоя нанести, он такой прям, знаете, вино, такой винный цвет. Если в тонкий слой, он прям красным смотрится, прикольно. Вот, и зеленый, да, это не тот зеленый, который у Гуччи, да, они делают его периодически с сезона в сезон разные, да, он когда такой более изумрудный, в этом сезоне у Гуччи в показах он такой более желтинка идет, вот, но несмотря на это, сочетание просто офигенское, видите, я на некоторые ногти еще вот этот коричневый добавила. И даже коричневый сюда в тему так сел, прям вот, ну, идеально, не знаю, вот не думала о Гуччи, увидела у Алины в Беларусь, дистрибьютор наш из Беларуси, что она Гуччи начала делать вот с этим цветом. Я думаю, блин, офигенное сочетание для Гуччи. Поэтому Алина из Беларуси, наш дистрибьютор, спасибо тебе большое. Так, ну что, поехали. Я тогда показываю вот такой вариант. Смотрите, этот вариант... Потому что так как вы многие туда и туда ходите смотреть, чтобы переклички не было, сейчас мы вот с таким вариантом поработаем. Для этого варианта нам понадобятся вот такие ленты. Смотрите. Это старый Шармикон, базовый ассортимент линии. Всегда всем рекомендую их много закупать, потому что периодами их не бывает. Вот был как-то момент, их не было 5 месяцев, этих линий. Поэтому всегда держите их в ассортименте. Вот. И это новый Шармикон. И смотрите, как он классно ложится вот здесь Гуччи. Мне, например, нравится, когда я беру два цвета, поперек лента и зеленая линия. Смотрите, как прикольно. Раз. Классно. Или вот здесь. Смотрите, вертикальная линия просто золотая, а здесь поперек как ремешок смотрится. Вот тоже необычно прикольно. У меня просто ремней нету, я мучаюсь. А оказывается, вот у меня есть такой Шармикончик, он очень прикольно мне заменил ремни.
Подскажите, как перекрывать стемпинг, чтобы на топе не было кратеров, даже с липким слоем тоже рытвины появляются. Не знаю, сейчас вот посмотрите, как я работаю. У меня ничего нету. Топ-слайдер обычно не разрывается. Если топ-слайдером перекрывать, нормальный топ. Сейчас у меня со жвачкой, девочки, проблема. Я ж здесь все, я все экономлю. Видите, перчатки все по второму кругу одеваю, потому что я знаю, что я нифига здесь ничего не куплю на этом Кипре. Ничего не достанешь. Все с собой привожу. Сейчас лечу в Россию опять в октябре на Amy Day в Краснодаре. Кстати, из Ростовской области, девочки, кто из моей области, обязательно приезжайте из Ростова в Краснодар. Мы будем делать офисом. Это будет делать не дистрибьютор, потому что там дистрибьютор, он сейчас уехал жить на Бали. Вот, поэтому мы дистрибьюцию в Краснодаре забрали себе. Там теперь будет головной офис. И мы решили сделать небольшое мероприятие, такой мини-эмидей, не такой масштабный, как раньше. Вот. Маленький такой эмидейчик у нас будет. Я вот лечу, мне нужно обязательно перчатки привезти с собой будет. Так, все, поехали. Смотрите, зелененький, красненький я наношу кисточкой отдельной, потом выкладываем. Так, смотрим на вот этот вариант, как у нас здесь что будет. Кто-то уже взял билеты, жду с вами встречи. В Москве нет пластин, значит, будут. Значит, еще просто не доехали. Хотя странно, что в Волгограде в Иваново есть, а в Москве нету. Может, они их уже продали все? Такое может быть? Да не. Значит, едут. Либо уже приехали, они их просто еще не оприходовали товар. Видите, вот когда в тонкий слой наносишь этот бордовый, он смотрится таким красноватым, красно-малиновым. Сушим. Вторая линия зеленая. Только что посмотрела. Наталья Дадашева. Хорошо, Наташ. Ну, значит, будут. Видите, я думала, что они в Ростове тоже есть, а их нету. Это я сегодня узнала. Вот, хотя в магазине есть. Просто на самом интернет-магазине еще не оприходовали. Так, зелененький. Так, и теперь вот этот роскошный тыквенный цвет. Горчичка, не знаю, кто как. Я его тыковкой зову, кто-то зовет его горчичкой. Я сейчас задам линию, чтобы край был ровный, и остальное промажу уже кисточкой из флакона. Видите, как эти три цвета идеально подходят под цвета Гуччи. Жалко, здесь не могу сделать демонстрацию экрана. У меня есть презентация, я готовилась к Инстаграму, делала скриншоты. Ну, если интересно, зайдите в Pinterest, в Google, забейте Гуччи, и вы увидите, что Гуччи, этот бренд, интересен тем, что у них сочетание несочетаемых цветов всегда. Они очень любят, во-первых, всегда использовать красный, зеленый в большом количестве в каждом показе, неважно какой сезон. И, конечно, у них всегда перебор с принтами. Поэтому я люблю Gucci, потому что я сама очень люблю перебор. И вот на удивление вот эти три цвета, смотрите, как они классно
даю такой вот эффект а-ля Гуччи. Вот, смотрите, кто-то зовет, как Наталья Нажимова пишет. Клиенты зовут вкусняшкой. Цвета какие-то необычные, вот, а какие-то прям очень базовые. Это базовые, прям база-база. Это то, что мы называем базовым маникюре. Не базой в одежде, потому что база в одежде, цвета совершенно другие. Вот, я за то, чтобы ходить, возможно, не в ярком гардеробе. Это может быть, там, я не знаю, когда вы полностью в черное одеты, когда вы очень сдержаны в одежде, и, например, просто роскошный вырви глаз цвет маникюра. Я почему коричневый здесь добавляю? Смотрите, типсы у меня очень длинные. Эмишних типсов у меня сейчас нет. Я все пытаюсь найти на Алиэкспресс похожую длину типсов. Вот. Мне сейчас тяжело, потому что мне длины паттерна с пластины не хватает отпечатать Гуччи. Поэтому я вот здесь кусочек коричневинки добавлю. Суши. Теперь у нас идет сначала с вами работа со стемпингом, потом с шармиконами работа идет, и в самом конце у нас идет слайдер. Это вот такие этапы. Все. Так, чтобы красивый мой коричневый фон мы не испачкали, я что-нибудь подстелю сейчас. Так, влажные салфеточки. Я всегда беру влажные салфетки для пластин. Жидкость для снятия лака. И ими протираю пластины. Это очень удобно. Потому что ватные диски, безворсовые салфетки жалко портить. Вот, а влажные салфетки не жалко. Все, я работаю лаками. Лаками сложнее чуть-чуть. Ну, все дело привычки и выработок навыка. Нужна просто скорость при работе. С лаками в стемпинге нужна просто скорость. Все, приготовили вот эту штучку у нас здесь. Все под рукой. Это под рукой. Пластина. Скрапер, визитка, чем вы там делаете, тоже под рукой. И сейчас наша задача перекрыть Т-классом всю поверхность. Надо пойти мне у кого-нибудь стекло надыбать. Стекло положить на цветной фон, тогда фон я не испачкаю. Будет... Мне надоело на белом фоне вести прямые эфиры. Вот так красиво, да? Я ходила здесь возле дома, искала камни красивые себе для фона. Ободрала пальму. Смотрите, видите, там у меня куски пальмы здесь. Так, сушим одну минутку. Можно было бы, смотрите, обезжирить. Можно было бы обезжирить, но... Я не люблю цветные гель-лаки обезжиривать. Давайте еще поближе покажу эту красоту. Смотрите, как классно с мухами, с листьями папоротника. Поэтому вот этот слайдер весь очень здорово подойдет для Гуччи. Попробуйте. Вот кто клиенты любит такие оттенки теплые. А это все теплые оттенки у нас получаются. Ой, прям сказка. Смотрите, я была бы вся одета в черное, и вот такой маникюр классно. Или, например, я вся бежевая, тоже будет хорошо. Или я вся в коричневом. Хотя у меня сейчас маникюр, ой, гардероб абсолютно ярких оттенков. Так, я сейчас сделаю чуть подальше.
Все, отпечатали. Ну, здесь я чуть-чуть на зелененький налезла, но у меня тут шармикончик будет. А на коричневом я беру жидкость для снятия лака и просто протираю. Надо ушные палочки купить. Все. Дальше, так как уже теклос нанесен, нам очень удобно приклеивать шармикончики. Здесь можно золотистый приклеить на границу. Будет хорошо. Дизайн с Эми – это творчество. Это как вот дети любят лего, да, собирать конструктор. Вот для меня наши дизайны, они собираются как конструктор лего. Сидите и собираете из разных деталек. Это настолько развивает вас творчески. Вам не скучно работать мастером, потому что мы в основном какую работу выполняем? Все равно изо дня в день. Это рутина, это гигиенический маникюр, это укрепление, это моделирование. Пилим, покрываем, да? И хочется творческой какой-то детальки внести в рабочие будни. Поэтому всем рекомендую боксы. Боксы – это весело. Это, блин, вот реально весело. Это прям кайф. Ты сидишь и творишь сама. Не можешь сама, смотришь на готовую картинку и просто повторяешь этот конструктор под копирку. Так, прям хорошо. Можно взять силиконовую копытца. Можно вот палочкой апельсиновой. Прям вот хорошо-хорошо все детальки пройтись. Все, а теперь перекрываемся топ-слайдером. И как раз мы приклеиваем будем наши слайдеры. Посела на прямые эфиры с новой коллекцией. Но они необычные, потому что, во-первых, цветовая гамма, ну, нестандартная. Потому что, например, предыдущие две коллекции, они у нас были яркие достаточно. Потому что вот этот тренд на яркие цвета, чистые, ну, это очевидный тренд. И спорить с ним бесполезно. Конечно, к весне мы с вами в трендах сместимся в сторону пастелей. Появятся пастельные оттенки. Но вот этой осенью захотелось сделать четко по показы высокой моды. А если мы посмотрим показы высокой моды, это либо классические яркие вырви глаз цвета, неоновые цвета, и классические базовые цвета насыщенные. И вот такие сложно сочиненные. Но никак не пастельные. Это мне тут кто-то недавно под постом написал, типа... Ничего модного нету, ни одного пастельного оттенка. Я говорю, так, блин, пастель-то сейчас как бы типа и не в моде вообще-то, на минуточку-то. Это я сейчас секретарю дала задание купить мне черное платье для Сочи. Я лечу в октябре сначала в Сочи, потому что там будет выпускной Эми онлайн, инструкторский курс выпускается. Девочки, и там у нас дресс-код, все черное. Так, вы представьте... Она говорит, Катя, нет черных платьев. Заходишь в каждый магазин, а там яркие классические цвета. Видите? Поэтому какая пастель? Пастель сейчас это совсем не модно. Это вот следующая весна-лето, да. Ждите пастельную красивую нежнятину. Так. И делаем вот такой черно-белый. На границе.
Здорово же, смотрите как. Вот в жизнь бы не что-то, вот я бы не взяла этих насекомых сюда, но у меня было безвыходное положение. Я забыла о насекомых шармиконы. Обязательно купите насекомые шармиконы, золото, серебро. Они очень классные для брендового маникюра в стиле Гуччи. Они вам прям пригодятся. Все, перекрываем матовым топом. Под матовым топом, конечно, цвета все сразу приглушаются, но тоже красивыми остаются. И так как у меня сейчас нет джемти, ну вообще джемти нет уже больше полугода, давно даже, я не знаю, месяцев 8 или 9 нет джемти. Поэтому я выхожу из положения, уже даже привыкла. Я беру топ без липкости и просто в несколько слоев накладываю объем. Тоже получается красиво. Вот смотрите, как оказалось легко вписывается слайдер насекомые для коллекции Gucci. Я просто подсушиваю по чуть-чуть. А я, кстати, не посмотрела. Скажите, Dior выгрузили сюда эфир? Я тоже работала с этим, с этой новой пластиной. Я делала Dior в Инстаграм и попросила девочек выгрузить сюда этот эфир. Черные Dior типсы. Там тоже такие роскошные варианты получились с этой пластиной в стиле Dior с черной импастой. Прям для тех, кто любит черный маникюр. Здесь можно до бесконечности доращивать этот объем. Мне вот еще вот такой вариант по композиции понравился. Смотрите, в виде дырки делается. Здесь поперек несколько лент, рисуется зеленая полоска и насекомое. Смотрите, вот здесь просто в углу. Тоже можно было бы насекомое где-то вот здесь наклеить. Так, ну все, последний раз, что прям уже такие объемные были. Все, сушим 2 минуты окончательно. Сейчас я вам все-таки Dior покажу. Как я красиво сделала с Dior'ом еще. Смотрите, это я делала в Инстаграм с этой же пластиной. Смотрите, как классно. Здесь мы делали с импастой. Тоже шармиконы для брендового маникюра. Как вам такое? Вот он как раз, этот рисунок. Если девочки не выгрузили, потому что я вчера попросила этот эфир сюда вам выгрузить, чтобы вы тоже здесь его посмотрели обязательно. Значит, сегодня тоже будет, если не выгрузили. Все, на этом хорошего вам дня. Рабочего. Все будет хорошо. Я точно знаю, что все будет хорошо. Все, всем пока-пока.